Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие, почтение вашим мужественным душам. Я так же, как и вы, раньше спешила, мне хотелось все успеть, но это оказалось ни к чему. Гораздо приятнее в спокойной обстановке, спокойно взаимодействуя с собой, идти в своем гармоничном ритме, который вам приятен, понятен и в котором вы действительно развиваетесь. Вашему вниманию сегодня предлагаю прогноз «Хроник Акаши» на октябрь 2017 года. Автор Розат. Энергия в этом месяце будет оптимистична и продуктивная. Многое прояснится. Останется всего несколько мест, где могут остаться секреты. Если на данный момент есть что-то, что скрыто от вас в вашей жизни, то оно так или иначе проявится. У вас будет четкое представление о том, с чем вы работаете, и ясное понимание, что с этим делать. Это похоже на ситуацию, когда вы работаете вместе, нашли свой ритм, и теперь можете шутить друг с другом. Работа тяжелая, но вы чувствуете поддержку, что вы не один, что вы вместе, и это воодушевляет. Этот месяц принесет также чувство доброжелательности и товарищества. Если рассматривать весь год как марафон, в котором вы бежали, упорно работали с личными и коллективными проблемами, то энергию в этом месяце можно рассматривать как время, когда у вас открывается второе дыхание. Теперь у вас есть хороший темп и чувство ритма. Ваше тело, ваш ум и ваш дух сонастроены с этим ритмом и наслаждаются им. Это отличное время для взаимодействия с другими людьми. Настало время перейти к решению тех задач, которыми вы занимаетесь. Энергия в этом месяце будет поддерживать вас всеми возможными способами. Энергия в этом месяце не устранит и не уменьшит проблему. Вместо этого она предлагает поддержку, чтобы вы сами могли справиться со своей задачей.